«Мечты без границ». Под таким названием в одном из торговых центров столицы Азербайджана прошел конкурс рисунков. Своими желаниями, мыслями делились дети из бакинских школ и интернатов. Мы хотели собрать вместе детей с ограниченными возможностями и здоровых детей для того, чтобы показать окружающим, что у всех детишки одинаковые мечты. То есть они без барьеров, и мечты без барьеров, и жизнь без барьеров. Рисунок, он может ничего не объяснять, но человек, каждый человек может найти в этом рисунке что-то для него похожее, что-то для него близкое и понятное. Правила конкурса просты. Каждый рисует все то, что ему хочется. К примеру, ученик школы-интерната Мазахир Кязымов мечтает, чтобы все всегда было хорошо. Я умею рисовать буквально все. Дома, деревья, улицы, город. Я очень рад, что участвую в этом конкурсе. Спасибо большое нашим учителям, что помогают нам, учат нас рисовать и заботятся о нас. Рисовали дети увлеченно. Каждый из них погрузился в свои мысли, в свой детский мир. Многие свои желания не скрывали и искренне мечтали, чтобы они сбылись. Я хочу, чтобы в будущем было все мирно. Хочу, чтобы бедные дети, сироты уже не были, не жили в детдомах. Хочу, чтобы они уже стали здоровыми, и чтобы хорошо учились. Я люблю рисовать машины, кораблики, рыбки, потом море. Я люблю самолеты рисовать. Моя мечта – стать художником. По завершении конкурса все рисунки были вывешены на стенды. Начиналось самое интересное. Чей рисунок станет самым запоминающимся? В конкурсе «Мечты без границ» нет членов жюри. Проголосовать за понравившийся рисунок может каждый посетитель торгового центра. Прохожих уведомляли о проходящем в центре конкурсе и просили оценить таланты детей. С большим интересом, осмотрев всю экспозицию, они сделали свой выбор. Сертификаты за участие в конкурсе и призы получили все детишки. Определился и победитель. Больше всего голосов собрал рисунок ученика школы-интерната Исмаила Азимова. Он мечтал о своем небольшом домике на поляне. Мехрибан Касумова, Сеймур Гулиев, CBC.